На очередном заседании постоянной депутатской комиссии решался вопрос о возможности сотрудникам органов внутренних дел иметь свое, пусть и служебное, жилье. Федеральным законом о социальных гарантиях сотрудникам внутренних дел Российской Федерации органы местного самоуправления наделены правом предоставления жилых помещений на период прохождения службы уполномоченных участковых полиции. В действующем положении о порядке предоставления служебного жилья на территории Соликамска данная категория граждан не была учтена, поэтому были внесены изменения в положение, чтобы это несоответствие устранить. В настоящее время у нас имеется уже одно обращение полиции о предоставлении сотруднику на территории родников, ну и уже по мере обращения. Согласно федеральному закону номер 247 о социальных гарантиях, каждому участковому уполномоченному по истечении 10 лет срока выслуги лет в органах внутренних дел положено предоставление служебного жилья либо денежная компенсация на приобретение такого жилья. У нас в отделе проходит службу порядка 40 участковых уполномоченных полиции, и из их числа есть сотрудники, которые не имеют личного жилья, то есть, и нуждаются в служебном жилье, в том числе и участково-уполномоченной полиции, которые обслуживают территорию Соликамского городского округа. В данный момент этот вопрос прорабатывается. Утверждаются списки нуждающихся в служебном жилье сотрудников, оформляются документы, подтверждающие это право. Отдел по жилищной политике эти документы ждут. А пока депутаты предложение поддержали, чтобы внести изменения в проект, окончательное решение будет озвучено на майском заседании Думы. Олеся Петровичева, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».